Это уникальный объект. Находится в городе Киева, Киеве. Это баня. Делал ее Коля. Это один из первых объектов моего зятя Коля. Вот так эта баня выглядела. Видите, она выложена из кирпича и из газосиликата с армопоясами. То есть обычное строение. То есть вот оно находится в центре, в очень хорошем месте, прямо около Днепра. И заказчик ее уникальный человек, который работает на интуиции. Он пригласил Коля и дал возможность Колю и дал возможность ему сделать этот заказ. Сделать все, что он захочет, даже самые страшные пожелания. Вот первые из этих домов, которые мы делали не камень, а делали дерево. Под дерево, мы до этого под камень делали. Вот так вот она выглядит, баня покрашенная. Это вот фотографии, ее уже готовые. Ну, у нас есть несколько фильмов на эту тему. Ну, я нашел один редкий фильм и решил еще раз перезалить его и показать там внутренние работы, как устроена баня внутри. Потому что, ну, это 15 лет назад, мы еще не было у нас и близко съемок, и, ну, не получается сделать полноценный фильм. И вот так я кусками приходится собирать. Вот видите, такое дерево, это дымоход. Рядом вот эта бочка, это котельная. Там находятся котлы, и через эти ветки дымоход выходит на улицу. Вот это у нас внутрянка. Он акула такая вот делалась. То есть вот такой усила руку. Это Коля, смотрите, какой он еще молодой. И, ну, это вот рыбы. А это уже, ну, Ира, моя дочка, делала, вот тут она стоит, делала такую сложнейшую работу. Вот у нас вот такой редкий фильм, я решил его показать. Видите, качество фильма плохое. Вот Ире, я не знаю, сколько, ну, лет ей надо считать. Но это тоже первые ее работы, вот это ее живопись, вот эти всевозможные сундуки, золото. Ну, это как бы наше воспитание и наше желание делать золото, фантастику, акулы. Вот они кого-то кусают, там руки отгрызают. Такая экстравагантная работа. Вот она, рука золота кусок взяла, а акула хапет кусила. И вот, то есть, в этом такой заказчик был, перспективу как был, до сих пор мы отношения с ним поддерживаем. Что вот он дал возможность сделать, что хочешь. Вот видите, вот так вот, будем говорить, «Пираты Карибского моря», тогда было кино. И вот Ира решила сделать эту скульптуру в этой бане. Вот ее тоже такая, одна из первых работ серьезных. Ну, не имея ни опыта, ничего, она взяла за такую сложную работу. И вот так она выглядит. То есть, ну, у Иры есть большой талант, понимание, и она не боится делать работу. Это главное качество, что она любую работу берет, делает, и, ну, и делает, и не боится. Также и Коля, взять объект, такой громадный объект в Киеве, в столице, ну, и взять его, сделать с нуля, и, то есть, ну, это тоже большой талант, и вот опять, ну, как бы он не боится браться с серьезной работы и честно работает и до конца выкладывается. Вот видите, такой штурвал. И опять получается, все работы фактически без эскизов делаются. Вот. Ну, они, ну, обычно как бы со мной работали, а это самостоятельный объект, и им пришлось только на свои силы рассчитывать. И они сделали очень хорошую работу, которую люди прекрасно смотрят. Это, ну, баня, ну, всем бани нравится, и как без бани. А здесь, видите, баня еще, видите, черепи, кости, и золотые слитки, сундуки, все это с бетона сделано, с раствора, вот видите, рыбки всевозможные. То есть, ну, такая вот работа. Парусник затонувший, то есть, ну, такая благодарная работа, которая, ну, что не сделаешь, все будет хорошо. Только, ну, надо поломать стереотипы. Вот видите, фотка так вот это выглядит. Вот так она, столы здесь. Вот это Ира, видите, какая, сколько там ей лет, я даже не знаю, сколько ей там лет. Лет 18-20, наверное. 18 лет точно. Ну, этот Коля его душит, и этот. А вот они русалку там на ветвях или на якоре висит. Вот такой купаться, скалы их, смотрите, вот первые они попытки уже свой камень делают. И, то есть, вот эти наработки, они не прошли даром. То есть, мы впоследствии, вот видите, сделать скульптуру русалки, расписать ее. Это ж, ну, такая, ну, серьезная работа и сложная. Для этого надо опыт иметь. И вот опять и камни какие он
Русты, покраска, смотрите, эти звезды там, короче, делали на совесть, вот в виде лаком покрытое. Здесь и, посмотрите, лодка с потолка, там ноги торчат босые. То есть вот такая экстравагантная работа наверху. А здесь он, видите, помимо бетона, это дерево настоящее. То есть вот здесь деревом обшито, то есть это сам хозяин обшивал. Ну, это в углу скульптуру, он там какой-то пират, вот так он выглядит, видите, его из бетона сделали, как будто он на мачте, рюмку держит, стакан, и, тоже, смотрите, сложная работа, и анатомия какая, видите, какой образ шикарный, не просто, это вот делала моя дочка Ира, средняя, есть у нее Лена, и еще Оксанка, Оксанка тоже живописью занимается, ну, вот сейчас, видите, это работа Иры, смотрите, вот, просто шикарная работа, И опять ее никто не учил, как она присутствовала на работе. И вот это она сама могла взять любую сложность работы и делать. И, конечно, хозяин молодец, что дал им это делать. Вот видите, душит этот и того аквалангиста дует, это водолаза душит, и Иру душит, тут они позируют. Вот такой угол, оформление угла. Вот так они ее с бетона делали. Вот и осьминог, хорошие работы, зрелые, ничего не надо добавлять, и анатомия, штаны понатянуты, смотрите, какой осьминог, классно он. И он, смотрите, когтями стенку гребет, ему страшно, этому водолазу. А вот это, смотрите, банан какой, вообще, такая комическая, сатирическая работа, то есть с одного жанра в другой, то есть этот банан пугает своих клубничек, там грушку пугает, смотрите, какой он козырный, и там штукатурка обсыпалась, то есть, а вот аквалангист, который под потолком плывет, что хочешь, короче, делай, и все проходит, то есть главное делай. То есть вот такая вот провокационная работа, мы часто этого преследуем, не классику там, Пушкин и там Лукоморье дуб зеленый. То есть это отделы, пытаемся свою работу, там не претендуем на высокое искусство. Вот для бани, где люди пришли покупаться, там побухать и пофотографироваться. Вот видите, лампочка с такой глубоководной рыбой. То есть вот гвоздей натыкали, рыбу сделали, и все, и она работает. Вот еще один, я не знаю, каракатица или осьминог, я не знаю, что, наверное, каракатица, держит вешалку. Представляете, просто оригинально и вешает одежду. Со стены вытащили. Вот Коля позирует около своей работы, внизу какие-то дельфинчики. Вот это ж, тоже ему лет 25, я не знаю, сколько ему лет тоже. Первые его работы. Он со мной много работал на Москве. И вот это у него самостоятельный объект, где они только поженились и поехали зарабатывать на хлеб. Вот видите, такая птичка, можно я на вас посмотрю, потаращиться, можно на вас потаращиться. Вот тоже такая сатирическая работа, очень, вот она, Ира около этой птички, все просто, оригинально. Главное, что это их не выбор, они сами его придумывали, или с хозяина придумали. А вот видите, червяк, который важный червяк, висит на крючке, и такой, важняканский, что типа ничего с ним не будет. Вот он и червяк здесь, и ноги, и рыбы, и акулы. Вот такое вот нагромождение такой сатирической работы. Будем говорить, баня пользуется спросом. Вот так оно, такая стройка, вот так она выглядела в то время. Вот видите, босые ноги с потолка, как к этому относиться? Как хотите, так и относитесь. Факт, что это есть, и за это уплачены деньги, народ смотрит на это дело, и вот оно, а раз оно есть, значит, оно есть. Уже это хорошо. Вот такой объем, смотрите, какие углы сделаны, живопись, и как бы нет акцента на угол. Вот окошко оформлено в виде такой ракушки. Вот великолепно, это экспромты. И чем экспромты хороши, что они вот так выглядят. Видите, это труба, за которой такой домовичок или лесовичок, это или туалет, что-то такое. Вот труба под дерево оформлена, вот может это банный. И камни, вот первые камни, которые Коля делал. Сейчас вообще одни камни он сделал, его там уже миллион человек скоро посмотрит. А вот это, смотрите, такой сомик и в виде подоконника. Самое интересное, я думаю, что вот эти
эти бревна не деревянные, настоящие. Вот они набили, да, деревянные, точно. А сомик бетонный. То есть вот два материала, побили штыри, сделали арматуру, и они прекрасно, ну, сосуществуют. Вот. А что сомик сделать? Он просто сделал. Ну, какие-то бочечки, это ли барная стойка, я уже пока не разберусь, а что-то такое, но... Ну, очень большой объект, они его... О, видите, какой-то грибок там, какая-то... Это рядом... Божья коробка или червячок, или кто-то вот такая на купальничке сидит. А это вылезла, короче, это улитка, которая вылезла со своего и загорает на грибе. Вот я даже первый раз только рассмотрел и не видел этой работы. Вот смотрите, видите, какая интересная, смешная работа, что с улитки вылезла улитка и загорает без своего домика. В одних трусиках. И очечки, она такая вся блатная, маленькая. Вот. Вот опять, это тоже бренд наш, двери. Смотрите, какие двери, они сделали из бетона. И кто-то пытается вломиться, нос просунул туда. И ковка, это все с бетона. Вот видите, русалочка на входе, пенек такой. Ну, достаточно сложная работа. Опять дефицит времени, или как его... Ну, я думаю, что за них большие, за эту работу большие деньги не платили. Приходилось, ну, очень много работать, чтобы, ну, как, хоть как-то... чтобы отработать деньги, то есть или заработать больше. Вот смотрите, какая скала. Это скала в виде ноги, это опорная стойка вот этого всей бани. Вот видите, она ногу позирует, что у нее там пальцы, вот такая ножка, тоже ногти. Вот нога переходит бетонная вот в ногу, то есть столб в виде ноги. А вот видите, такой банчик армян. Смотрите, у него какая громадная этот листочек, который закрывает, как у атланта. Там, видать, что-то такое громадное висит, что не, таким маленьким листочком фиговым ты не прикрыл свои чудеса, понимаете? Ну, вот Коля позирует. Опять смотрите, откуда наработки вот этой ковка, заклепки. Вот видите, змея целая. Вот она дерево вжала, и тоже там она идет в подвал, целая лестница. Она там еще и бабу какую-то проглотила, эта змея. Вот и Шрек. Ну, куча делали, все, что было в башке, то и делали. Ну, вот Шрек, взяли Шрека, сделали, захотели и сделали. То есть, ну, это классно, когда карт-бланш тебе дают. Тут Мишка, рядом стоит моя дочка Ира, средненькая. То есть, вот, как бы, все, она уже со мной сейчас ездит мне и красит мои работы. А то был у нее самостоятельный объект. Люди какой-то меч-кладенец воткнули в скалу. Сказка такая, кто хочет ее вытащить, пытается вытащить. Вот такая бабочка на стенке висит. Ну, есть приемы, есть бренды, мы ими пользуемся, нарабатываемся. Вот видите, паук. У меня есть паук и тоже на моем доме, где-то на окне сидит. То есть, ну, это нормальная процедура, простая работа, проверенная. Видите, он пират какой-то, видать, паук это хулиган с выбитым глазом какой-то, наверное, пиратский какой-либо, или бандит он. Муху, наверное, в уголок поволок. Вот видите, смотрите, какой интересный фронтон. Вот такая бочечка с ветки вырастает, или ветка держит руками, и виноградик на ней находится. Вот здесь и наскальные росписи. То есть, ну, когда-то там доисторические люди жили. То есть, ну, что хочешь, можно придумать. Это все оправдано. Вот так эта стройка выглядела. Это, ну, вот считайте, 15 лет назад, наверное, минимум. Был такой объект, он и есть сейчас.